Всем привет! С вами снова Виктория, и вы на канале о жизни в Египте, в Хургаде. Дорогие друзья, сейчас мы с вами находимся в одном из самых прекрасных мест Египта. Это жемчужина Египта Сахал-Хашиш. И сзади нас комплекс Пальма-Бич Пьяза. Это шикарный компаунд, где вы на самом деле можете приобрести квартиры. Ну, а если вы не готовы приобрести, то можете просто приехать, снять апартаменты на месяц, на два, на год и еще больше. И наслаждаться жизнью. А что именно здесь есть, я вам сейчас покажу. В этом прекрасном месте вы можете приобрести себе квартиры. Квартиры есть просто студии с одной спальней, с двумя спальнями. А на этом пляже, как видите, прекрасные зонтики, все очень ухожено. А вот такие синие лежаки, подушечки, матрасы. В общем, очень все чисто. Можно заказать чай, кофе с кафе. Вам принесут на пляж. Так что жить в раю возможно. Это приобрести квартиру в Сахал-Хашиш. Пишите мне, звоните. Я вам все покажу, расскажу. Вот такое необыкновенное место, мои дорогие друзья. Вот такое потрясающее чудное местечко в Сахале. Идем поднимемся наверх, еще я вам покажу бассейн поближе и зайдем непосредственно в комплекс. Смотрите, как тут красиво. Бассейн очень чистый, территория тоже чистая, приятная. Потрясающая пиццерия. Здесь вам могут принести чай, кофе, пиццу прямо на пляж. Вот в таком прекрасном месте вы можете жить, друзья. С правой стороны у вас будет стоянка машин. И с левой стороны вот такое невероятное сказочное сооружение. Здесь фотографируют свадьбы, всякие праздники и так далее. И идемте пройдемся ближе. Если вам нужно срочно доехать куда-то, к вашим услугам, басики. Вот так вот выглядит компаунд. Заходит лифт. Нажимаем на второй этаж. Это нам надо туда. И поднимаемся наверх. Красивая лестница. Вниз и вверх. Компаунд сделан очень качественно. Застройщики здесь немцы, понятно. Так что вот еще. Вот так вот. Квартирки с двух сторон. Так что, пожалуйста, друзья, звоните, пишите. Итак, я уже закончила обзор этого прекрасного компаунда. Это вид с балкона. Сказочный вид, да, как сказка. Это моя охрана. Вайти. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а всю информацию о ценах и о квартирах я оставлю под видео. Всего хорошего, до новых встреч. До свидания, пока-пока.